Ирина Оинце, химик, превратилась сегодня в настоящий театр. Свои миниатюры здесь представили актеры-любители, пробившиеся после всех отборочных этапов в финал фестиваля «Шум». Раздолье в выборе тем получили театры эстрадных миниатюр из разных районов региона. 9 лет назад энтузиасты, актеры и педагоги объединились на фестивале под эгидой Министерства спорта. Фестиваль у нас проходит уже 9-й год. Участники этого фестиваля – это детские театры эстрадных миниатюр, школьные со всей Омской области. Здесь вот сегодня у нас 18 коллективов, всего 2 городских. Мы пытаемся немножечко, чтобы на селе, в области не умирала вот эта вот жажда, тяга. Знаете, как Ульянов говорил, мы из глубинки, но мы талантливые. Вот эти талантов мы как раз и берем. Долгие месяцы репетиций позади. Сейчас за кулисами идут последние приготовления перед важным выходом. Выступить предстоит перед настоящими асами, способными подарить актерам-любителям путевку на профессиональную сцену. Готовимся уже месяца 3, наверное, очень интересно. И как и сам процесс, и эмоции, и все. В этом году жюри фестиваля пришлось непросто. Дебютанты и корифеи «Шума» усложняли работу судей с каждым выступлением. Оправдали надежды и многократные лауреаты конкурса «Москаленцы», которые по итогам фестиваля взяли гран-при. Сейчас который номер, мы его сами придумали. Ну, просто сидим, там кто-то идею кинет, кто-то подхватит, сразу вот так вот все начинается. Все вот делают вот так вот. И в конце такой вот итог, которым всем нравится. Всем участникам были присвоены индивидуальные номинации, а лучшие коллективы получили дипломы лауреатов 3 степеней. Самую высшую в этом году завоевали дебютанты «Шума» – Омская театральная студия «Фарш».